нарастает давление на нас и в других сферах, прежде всего экономической и информационной. Это в очередной раз подтверждает, против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. И в этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве. Одновременно предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия. Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась. Мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы. Объективно оцениваем, что мир прежним уже не будет. Происходящие события – это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителей уже не будет.